В течение короткого времени новая продукция объединения Свиза смогла заинтересовать потенциальных покупателей и заставить потесниться таких маститых изготовителей складных ножей, как Victorinox и Venger, или Венгер. Кто знает, подсказывайте в комментариях. Благодаря оригинальному дизайну, разработанному специалистами в Цюрихе, складной нож Свиза D01 имеет несколько изогнутую эргономичную форму, основной клинок из 440-й стали, длина его составляет 75 мм, ширина 15 с толщиной лезвия в 2 мм. Набор вспомогательного инструмента – это шило с отверстием, штопор и пинцет. Удобную рукоять из мягкого, так называемый soft-touch пластик, имеет силиконовое покрытие. Несмотря на общую длину изделия, равную 165 мм, Свиза D01 довольно компактен. Привлек внимание ценителей складных ножей, привыкшим к превосходному качеству продукции от уже более знаменитых, так скажем, изготовителей швейцарских ножей. Также привлекает, как уже было сказано, оригинальностью дизайна, практичностью и безупречной функциональностью. Клинок изделия в открытом состоянии надежно фиксируется и не представляет угрозы неожиданным сбоем механизма при работе. Конструкторами продуман и процесс удобного возвращения лезвия в корпус. Для этого имеется специальная кнопка, спрятанная на рукоятке в пластике самой рукоятки. То есть отлично защищена от пыли и прочих мелких засоряющих частиц, которые могут вывести механизм из строя. Подобные изделия крайне рекомендуются для ADC наборов.